Некоторые ученые согласны с тем, что паранормальные явления существуют. Здесь что-то есть. Якутия расположена на северо-востоке Российской Федерации. Якуты, как и другие народы, очень суеверны. По представлениям многих людей, Якутия полна призраков. Якуты называют призраков и вообще нечистую силу словом абахрэ. Среди них распространены истории про абахрэ, якутского черта, сатану. С глубокой древности, с давних времен якуты боятся абахрэ и зовут на помощь шаманов. Эту историю мне рассказывал коллега ныне покойного шофера Ивана. После случившегося Иван моментально посидел. Возможно, эта история укоротила жизнь Ивана. Дело было глубокой осенью, ночью, в конце 80-х годов прошлого века. Иван ехал один на стареньком Папином, москвиче, из деревни Этах в деревню Тиекюннех. Об этой дороге часто ходили слухи о женщине, об ахре с копытами. Родители, конечно, не верили всем этим байкам и прикалывались друг над другом, пугали друг друга, когда кто-то по дороге в туалет отлучался. То на машине подъедут, то еще что-то, ну, чтобы попугать. Один охотник всю ночь не спал в лесу, боялся женщину, абахрэ с копытами.
коллега рассказал, что однажды их друг пропал на время, не звонил и трубку не поднимал. Друзья решили проведать Ивана, вдруг что-нибудь случилось. Когда они приехали к нему домой, дверь открыла его мать. Мама Ивана рассказала, что, когда ее сын приехал домой, он не мог нормально говорить, а его волосы стали седыми. Коллега сказал, что он рассказывал это так, что не поверить в это было невозможно, и что его голова стала седая за один день, никак по-другому не объяснишь. Они спросили, что случилось и почему Иван пропал и не выходит с ними на связь. В ответ на это мама ответила, что, мол, у него сильная психологическая травма, и он не выходит из квартиры уже вторую неделю. Когда коллега с друзьями вошли в дом, они увидели Ивана посидевшим. Они не поверили своим глазам и попросили рассказать, что же случилось такого, что настолько повергло его в шок. Мама Ивана рассказала, что, когда ее сын приехал домой, он не мог нормально говорить, а его волосы стали седыми. Коллега сказал, что он рассказывал это так, что не поверить в это было невозможно, и что его голова стала седая за один день, никак по-другому не объяснишь. Иван рассказал следующее. Я ехал один по дороге. Еду себе спокойно и вдруг вижу, какая-то черная точка приближается к дороге. Ну, я не обратил внимания сначала, пока эта точка не стала аномально быстро перемещаться, приближаясь к дороге. Чем ближе я подъезжал, тем четче стал различать человеческий силуэт. Это была старуха, обахая с очень страшным искореженным лицом. Поверх головы был накинут то ли платок, то ли какой-то капюшон, непонятно, волосы седые, длинные, а ноги в форме копыт, это ни с чем не спутаешь. От страха я начал давить в педаль газа сколько мочи было, даже на стрелку не смотрел. Старуха погналась за мной и не отставала, бежала на уровне машины. Это было нереально вообще. При этом она смотрела в мою сторону. Бежала она до тех пор, пока по дороге церквушку не проехал, она стала отставать и, наконец, отстала. Я не знаю, сколько она бежала за мной, но мне показалось, прошла вечность. Через некоторое время Ивана не стало.